Ребята, всем привет! Это новый блог. И новые мы. И старые мы. Вот. Сейчас мы пришли на море. Пойдем кататься с Пашей. На таблетке. Я катаюсь первый раз, поэтому не знаю, что будет. Вот, а Паша уже какой раз? Не знаю. Не знаю там. Вот. Поэтому поехали кататься. Ну что, ребята, мы покатались. Ваши впечатления? Круто. Ну, понравилось? Руки болят. Руки болят. Я, короче, отбила себе всю попу. Отбила себе все, что только можно. Голова болит, руки болят. Я держалась как могла. Мне казалось, что на последних секундах меня просто выкинет из этой таблетки. Ну вот, такие вот дела. Сейчас идем плавать. Просто плавать пойдем на море. Вода прекрасная, прозрачная. Вроде теплая, да? Или не очень. Ну такая. Короче, у нас сегодня предпоследний день, как мы на море. Уже завтра мы уезжаем. Такие вот дела. Очень грустно. Я бы еще, наверное, побыла тут дня три хотя бы. А ты? Я тоже. Покажу вам видок. Красивый вообще огонь. Конечно, камушки. Вот такие вот у нас тапки модные. С Пашей. Да? Да. Вот. Вот наш любимый круг, на котором мы плаваем. Сейчас пойдем на нем тоже плавать. Ладно, ребят, прощаемся с вами. Увидимся. Уже совсем скоро. Ну, что-нибудь говори, я же тебя снимаю. А что мне говорить? Ладно, буду говорить я. Я не умею говорить. Ты умеешь, ты очень хорошо в кадре получаешься, даже лучше, чем я. Скажите же, а? Паша лучше. Ты прям такой фотогеничный. Все доллары, кстати, на чехле. Я знаю. Я хоть когда тебя снимаю, я вижу, какой ты в кадре. Когда я снимаю себя, я не вижу, какая я там. Потом приходится переснимать. Слышишь? Да. Тут я хотя бы могу что-нибудь закрыть, прикрыть. Ну что, сегодня больше ни на чем кататься не будем? Нет, наверное. Ну, окей, окей. Ну, что-то у меня втопаш. Посмотрите, что он делает. Ты видел, что ты делаешь на моих тапках, Вада? Мои тапули, мои тапули. Надо убрать их отсюда. Тапки вообще-то не дешевые. Ой, блин, птица. А ты на них... А он на них там дела делает. Какие дела? Просто я потел. Потел? Просто у него со штанов капает вода. Меньше плавать надо. Короче, ребят, у нас мы вам сейчас, я сейчас ставлю кадр, как мы катались на таблетке. Зацените. Не знаю, видно там будет или нет, потому что снимали не мы. Но мы все вставим и покажем вам. Мы с Павлом идем в бассейн купаться. Взяли
вокруг. Капец, сегодня так жарко, мне кажется. Жарче, чем вчера было. Что думаете? Что вас не видно? Ну ладно, короче, идем. Что ты меня спрашивал про карточку? Карточку у меня с собой взяли. И чё, мы улыбаемся? Буду убирать, как Тёма будет издеваться надо мной. Ничего не будет. Ладно, короче, ребят, мы идем. Ну что, ребята, мы пришли в басик. Паша, что ты будешь делать? Заплыв? Угу. Будет заплыв. А я на... Чили. Такой вот чили. Крутой. Толкнемся. Конечно, опасно, я так делаю. С телефоном. Вон Паша поплыл. Плывун. А я... Это тоже вот боится. Загораю. Чисто девушки и мужчины. Что делают девушки, что делают мужики. Такие вот дела, ребят. Короче, мы будем отдыхать, чили. Сегодня последний день, как мы тут. Вот. Будем отдыхать. Все, ладно, ребят, увидимся с вами чуть позже. Мы будем отдыхать. Приплыл красавчик. Ну чё, измеряем? А, блин. Измеряешь? Что измеряю? Сколько проплыл. Да. И меня разворачивает. Короче. А, сними меня. Ну, пауза, останови, я весь мокрый. Ну что? Можешь сфоткать, там можно фоткать. Ань. На. Все, ставлю, стопы. Нет, не дай. Короче, знаешь, что будет? Ну, стоп. Познакомимся. Ой, причесан поправь. Ну с таким мужчиной можно. Поплыл, поплыл. Ну? Ребят, покупали, сейчас мы едем на обед. Вот, садимся в нашу тачилу. Павел. Наш прекрасный Павел. Включаем кондишн врубаем. О, жара, капец, ребят. Ладно, мы поехали. Ну что, ребят. Все, начинаем. Ну что, ребят, новый кадр. Мы уезжаем. Прощаемся с этим местечком. Надеюсь, в следующем году мы увидимся. Вот такая вот у нас была комнатка. Не обращайте внимания, вот собрали чемодан. Такой был диванчик у нас, кроватка наша, вещи, стеночка. Вот, сейчас вот дособираю немного вещей. И все, уезжаем. Уезжаем в Москву, любимую нашу. Работать, учиться. Заканчивается наш прекрасный отдых. Очень печально. Но надеюсь, в следующем году мы также увидимся и будем отдыхать. Вот, конечно, очень грустно, что не пошли на море. Я бы хотела сходить на море сегодня еще, но, к сожалению, мы не успеваем. Поэтому сейчас быстренько все упаковываем, относим машину и выезжаем в Москву. Поэтому, ребят, спасибо, что
были со мной весь этот отдых. Надеюсь, что мы с вами еще сюда вернемся. И будем так же классно отдыхать. А может быть, еще и круче. Поэтому ладно, ребят, я пошла собирать вещички. Время на часах 9 утра. Не спали всю ночь, поэтому сейчас я прилегла в постельку. Ложусь в баньки, наверное, на часик-два. И далее вернусь к вам, уже расскажу более подробно, что и как, какие планы у нас в дальнейшем строятся. Давайте, ребята, я пошла в баньки. Ну что, ребята, мы приехали уже в Москву. Уже поспали. Ну, кто-то поспал, кто-то поработал. Вот. Едем, в общем, по делишкам нашим. Ежедневно. Я вообще чувствую себя не очень, если честно. Вообще, как в аквариуме каком-то. Половину не слышу, половину не вижу. Я бы еще, наверное, поспала. Вы как себя чувствуете, Павел? Павел вообще, блин, поспал ночью 3 часика и как огурчик. Посмотрите, проехал почти всю дорогу сам. Я к Артему лечу. Какому Артему? Его нет дома, если что. В смысле? В прямом. Тогда домой. Ладно, короче. Сегодня забираем нашу булочку. Мою любимую булочку. Я по ней соскучилась больше, чем когда мы в Турции были. Как думаешь, она меня как встретит? Тебя, ну, подбежит к тебе как минимум. Еще. Че еще? Да больше ничего, что она тебе сделает? Ты по ней соскучился? Очень соскучилась по моей булочке. Вообще, вот приехали, и у меня, знаешь, как все обнулилось. Реально, вот я не знаю, что делать дальше. Вот, ну, как бы я знаю, что у меня много всяких дел, но у меня как будто вот пустота какая-то. У тебя как? У меня дел по горло. Да, у меня тоже по горло, но... Но у меня какая-то каша в голове. Не знаю, дел дофига. Еще учеба скоро. Только не учеба. Все что угодно. Капец, ты понимаешь, сколько осталось? Сколько еще никакой 23-е? 7-8 дней. Неделька. Ой, ёшкин матрёшкин, за что? За что так быстро? Пока Паша ушел, хочу вам рассказать, как мы проехали вообще этот путь. Ехали мы примерно 15 часов на машине, из которых где-то 11-12 часов ехал Паша. Остальное время ехал папа. Вот, пока мы, Паша где-то ехал с 6 вечера до 3 ночи. Потом поспал часа 2-3, может, до 6 утра. И с 6 утра уже до 9 он ехал за рулем.
Вот, короче, правда, устали. Вообще, я очень хочу спать. Я вообще как в вакууме каком-то не выспалась, потому что я за все время, наверное, полчаса поспала. Мне было главное, чтобы Паша поспал, чтобы нормально себя чувствовал. Вот такие вот дела, ребят. Сейчас по плану нам ехать за моей булочкой, за моей любимой сладкой девочкой. Как же я по ней соскучилась, вы не представляете просто. Сейчас встретимся с ней. Будем целоваться, обниматься. Нужно будет ее помыть, подстричь. Вообще не знаю как, у меня нет сил, но нужно будет это сделать. Вот такие пироги. Вот такие пироги. Не знаю, как дальше, что. Купила ей игрушку. Ну, я еще купила до отдыха, но хочу ее ей вручить сегодня. Ну, или завтра, как получится. Типа как подарочек такой приятненький. Она очень хотела эту игрушку. Ну как хотела, ей просто нравится эта игрушка. Она у меня, у родителей есть такая, но у меня, у нас именно такой нет. Я вот ей заказала, их вообще даже в наличии не было, я долго ждала, пока появится в наличии эти игрушки. Заказала ей эту игрушку, вот она пришла, я думаю, она будет очень счастлива. Посмотрим на ее реакцию, вместе с вами ей ее дадим, подарим. Вот. Мне самой очень интересно, как она отреагирует. Думаю, очень круто. Такие вот дела. Такие дела. В общем, все вам засниму, покажу. Поэтому, ребят, не переключайтесь, оставайтесь со мной на связи. Короче, ребят, прикол. Я сейчас снимала не на широкоугольную камеру. Приходится перезаписывать вам. В общем, ребятки, мы приехали в город. Я хочу на бассейн. Я хочу в бассейн или на море. Но нет, мы приехали в Москву. Будем сейчас тут дела свои решать. Осталась всего неделя до начала учебного года. И прикол в том, что мы теперь будем учиться во вторую смену. Точнее, с 12 до 5-7. Я вообще охренела, потому что, блин, у меня как бы работа, есть какие-то свои дела. Я в основном их решала после учебы. Мы учились с 9 до 2. И после этого мы работали до конца дня. А тут, получается, ты встаешь, пока раскачаешься, пока то все. Ну и чё? 12 уже на учебу едешь. Потом до 5-7 сидишь там. И все, уже как бы надо ехать домой, готовить ужин и ложиться спать. Вот тебе весь день. Так сказать, извиняюсь, конечно, за выражение, просра этот день. Вот, короче, вообще трындец. Я не знаю, как вообще это все решать. Грустно? Да, грустно. Вообще... Я теперь понимаю, почему старшекурсники не ходят в университет. Да потому что мне такое расписание ставят тупое, что у них просто нету времени. Нет времени учиться. Потому что многие на старших курсах идут работать. И они не могут и учиться, и работать в одно время. Вот надо делать, знаете, вот у первокурсников, второкурсников вот это вот, учиться с, во вторую смену. Потому что у них, в принципе, нет ни работы, ничего. А вот у старшекурсников, ну, нужно это нормально сделать время, чтобы они могли нормально учиться, а потом работать. Идет наш красавчик, идет. Сейчас мне, наверное, положат все в руки. А нет, нет, нет. Ладно, короче. Мы едем за нашей. Позвони булочки. Маме, спроси, салфетки сухие в клуб надо или куда? Сейчас. Сейчас позвоню. Позвонишь? Да, да. Звонишь уже? Да сейчас еще нет, блин, закрой, жарко. Короче, мы поехали дальше по делам за моей любимой булочкой. Короче, ребят, расскажу вам чуть-чуть все больше. Давайте увидимся с вами ровно через секундочку. Ну что, ребят, мы забрали нашу красоточку, Лидюша. Нашу малышечку. Нашу булочку сладкую забрали, помыли, чисто. Теперь не стала вам снимать, как мы встретились, так как она была такая вообще в ужасном состоянии была собака. Я ее помыла, немножко подстригла. И вот теперь такая вот у нас красоточка, красоточка. Как мы по ней скучали, ребят, вы не представляете. Да, Лидюш? Малыш? Булкин? Булкин мой сладкий, мой хороший. Все думает, сейчас надо будет выходить. Сейчас будем выходить. А, что там такое? Кто там такой? Кто? Там Павел. Павел натирает. Натирает Павел. Лидюша. Булочка моя.
пёс. Барбос, ты кушать будешь? Кушать будешь? Ты кушать будешь? Давай насыпем тебе. Давай насыпем тебе поесть. Кормика. Ну что, ребят, доброе утро. Вчера уснули, очень устали. Забрали мою красотку. Вон она ходит. Булочка моя. Булочка. Булочка, привет. Привет, мой сладкий зайчик. Мой сладкий пупсик. Привет. Вышли погулять. Вышли погулять. Иди гуляй. Иди гуляй. Пошла, пошла. Булка. Посмотрите на эту булку. Иди сюда. На мою сладкую. На мою булочку такую мягенькую. Хорошую. Что у тебя? В чем проблема? В чем проблема? В чем проблема? В чем проблема? Ребятки, всем приветики. Сегодня новый день, и сегодня я поехала встречаться с подругой в торговый центр. Вот, наверное, не буду сегодня ничего себе покупать, но так-то посмотрю, что и как. Вот, одела сегодня вот велосипедки мои любимые, ну, топ и рубашечка. Вот, в принципе, все. Надеюсь, меня видно хорошо, тут не очень хороший свет. Ну, ладно, давайте, ребят. Ну что, мы, короче, приехали домой. Я купила пакетик всяких разных веществ для дома, поэтому сейчас мы с вами пойдем это все распаковывать. Приехала за игрушкой для моей булки. Вот, наверное, сегодня ей подарю вместе с вами. Короче, берем пакетик и отправляемся с вами на кухню. Там буду все разбирать. Итак, давайте посмотрим, что же я купила. Конечно, это все для уборки, стирки. Давайте начнем вот с первого. Вернель, короче, купил вот этот наш любимый кокосовый аромат для белья. Дальше купила отбеливатель. Далее ванну мыть, гель чистящий. Это для плиты чистящее средство. И стоп. Гель для стирки для белых вещей. Так я вообще пользуюсь капсулами. Вот они у меня тут стоят. Но капсулы что-то дорогие были, ребят. Не знаю. Это для цветного белья. Для белого были очень дорогие. Поэтому я взяла пока что вот этот. Как будут скидки, обязательно куплю себе капсулы. Капсулы, конечно, мне больше нравятся, чем гели. Но гель тоже, в принципе, ничего так. Вот. Ну, вот такие вот у меня покупочки, ребят, в принципе. Ничего особенного. Короче, я решила разобрать шкаф. И вот скажите, я одна такая, которая оставляет разные коробочки. Вот у меня коробочки есть от этого... Как он называется? Этот ирригатора. От бьюти-бокса какого-то. Потом у меня коробочка от золотого яблока, от обуви коробочка, от Dior коробочка, от лампы. Короче, у меня дохрена коробок, и вот тут еще коробки, вот разные коробки, пакеты. Вот, и я это все коллекционирую, вот всякие коробки. Ребят, скажите, я одна такая или реально все так собирают? У меня столько всяких пакетиков, всяких коробочек от всяких разных брендов.
И даже вот от косметики я оставляю коробочки. Я не знаю, куда мне их девать, потому что мне жалко. Вот я купила маску от Маскахолик. И что вы думаете, маска где-то лежит, а коробочка тоже лежит обязательно. Я ее даже не выкидываю. Я вообще не знаю, как мне с этим бороться и как мне выкинуть эти все коробки. Мне так жалко. Я вот думаю, будем переезжать, вот сложу все в коробочки, будет аккуратно. Угу. Только эти коробки занимают дохрена места и пространства. В общем, я не знаю, что делать с ними. Ребят, вы одни? Я одна такая, которая, знаете, вот собирает подарочки, которые дарили всякие вот крем для рук, для ухода всякие. Вот мужской какой-то наборчик, печеньки. Вот это вот кто-то подарил. Кружка какая-то. Мочалка, полотенце. Вот что-то надарили нам. Я одна такая, которая все это собирает, а потом передаривает. Потому что, ну, в принципе, этим пользоваться не буду, но и выкинуть тоже жалко. Потом посмотрите, сколько у нас пакетов различных. Новогодний. Вот это что? Золотое яблоко. Какой-то групп. Новогодний, золотой яблок, подарочный пакет, вот такой пакет. Короче, пакетов просто тьма тьмущая. И куда это все девать, я не представляю, потому что, ну, блин, для этого нужно уже какая-то нужна отдельная комната. Ну, серьезно, потому что я не знаю, куда это девать, ребят. Хочу нормально разобраться в шкафу, чтобы не было срача. И не стояли эти тупые коробки. Короче, сейчас приедет Паша, и мы будем решать, что с этими коробками делать, потому что они меня просто раздражают. Очень раздражают. Но мне их жалко. Очень. Вот даже если зайти сейчас в ванную комнату и открыть шкаф, где стоят всякие мои бьюти-штучки, там одни коробки. Просто одни коробки. У меня для коробок отдельные просто полки стоят. Ну, потому что, блин, мне все жалко. Ребят, короче, мы уже приехали обратно домой. На улице что-то прохладненько так стало. Мы гуляем с моей красоткой. В общем, дома что делали? Я постирала вещи, немножко прибралась. Прибралась в шкафах некоторых кухонных там и в спальне. И, в принципе, все. Завтра надо будет помыть пол, там протереть пыль и все такое надо сделать. Будет обязательно. Ну, вот сейчас немножко погуляем, мы уже пойдем баньки, потому что уже очень поздно. Всем привет, всем доброе утро, ребят. Сейчас я готовлю завтрак. Вот такой вот у меня завтрак будет из омлета. Вот сейчас это делаю Паша. Сейчас будет заход мой. Вот. Нарезала уже помидорки почти, колбаска, сыр, яйца, соль и молочко. Вот. Ну, а на десертик арбузик. Вот, почти уже готов, поэтому дорезаем мои ингредиенты и закидываем готовиться. Вот ее логово, вот ее логово, вот ее мисочки. Сейчас будем няки-няки.
Нямки-нямки. Что, ребят, мы пришли на хоккей. Будем болеть за наших людей. Да? Да. Оп. А во сколько наши играют? 8:45. Здесь курсы другие. Второй период. Мы сидим. Как вам хоккей? Ну что, ребят, мы сходили на хоккей, уже приехали домой. Сейчас будем ложиться баиньки. Я пошла гулять со своей. Где она? Вон она, булочкой. Вот. Сейчас погуляем и пойдем спать. Потому что уже очень поздно. На этом, думаю, закончу этот влог. Уже увидимся с вами в следующем. Там будет намного, даже не намного, наверное, супер интересно. Конечно, этот был тоже супер интересный, но и все последующие тоже будут супер интересны. Поэтому буду с вами прощаться. Пойду домой ложиться спать. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Увидимся с вами в следующем влоге.